я поступила. Я пришла, естественно, ни разу не была в театре вообще, не знаю, что это такое. Все неинтересно, просто спала у него на парах. И у меня руки волейбольные, я привыкла. Все тренера меня знают, я кандидат мастера спорта по волейболу. А вот этот последний, ну что вот это вы делали? Буду в Борисполе сидеть в самолете. А теперь идите и не оборачивайтесь, идите.